Твоя смелость достойна похвалы. Крифотокрин. Теперь умри напрасной смертью. Слишком волнуешься, брат. Победа будет за нами. Почему Алдуин выжидает? Мы рисковали всем из-за твоего плана, старик. Он придет. Он не отринет наш вызов. И зачем ему нас бояться? Мы его хорошо потрепали. Четверо его родичей пали сегодня. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Халдор, Сори. Биркер. У них не было дракона боя. Как только мы его свалим, клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Фелдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, нет, он мне не понадобится. Мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Алдуин приближается. Мене. Ардизанне. Хим-хим-де-пали. Су-хим-та. И пусть подарит нам. Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами. Смертный путь, добро
тебя голос, как у Дова. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Нильеврахин Мора. Верно, это не окончательная Кронгра. Победа. Но даже герои древности не смогли одолеть Алдуина в открытом бою. Алдуин всегда был полог, горд в своей силе. Узнагар-Пар. Он принял владычество как свое родовое право. Это должно поколебать верность дов, которые ему служат. Да, один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус. Но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. Суум. Стражники болтали, что ты Далакин. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Я, наверное, ослышался. Мне показалось, что ты хочешь заманить дракона в мой дворец. Прости, но я не пойду на это. Мы должны просто продолжать бороться с драконами. То, о чем ты просишь, безумно, невозможно. Ты хочешь, чтобы я пустил дракона в сердце моего города, когда у меня на пороге война? Должен быть другой способ. Слишком велик риск. Алдуин? Сам пожиратель мира? Но как нам драться с ним? Разве его возвращение не знак конца света? Я ничего не говорил о том, чтобы опускать руки. Так, а что это за бредни про заманивание дракона ко мне во дворец? Я хочу помочь тебе, Девакин, и я помогу. Но сперва мне нужна твоя помощь. И Ульфрик, и генерал Тулей только и ждут, чтобы я ступился. Думаешь, они будут сидеть сложа руки, пока дракон будет пожирать моих людей и сжечь мой город? Нет, я не могу рисковать ослабить город, пока нам угрожает нападение врагов. Прости. Тогда я с радостью помогу тебе воплотить этот безумный план по поимке дракона. Но сейчас трудно будет принудить стороны к миру. Все очень озлоблены. Может быть. А если седобороды? Их чтут все норды. Высокий Хродгар, нейтральная территория. Если седобороды устроят мирные переговоры, тогда даже Ульфрик и Тулей должны будут прислушаться. Да, Девакин. Может быть, ты сможешь остановить драконов и эту войну в придачу. Если ты не против, меня ждет мой город.
Дэн борется с драконами, а мне что досталось? Караульная служба. Наверняка. Ты знаешь множество чудесных историй, но, боюсь, у меня нет времени их слушать. Что-то не так? Я не люблю шикарные одеяния. В замке что, патрулей нет? Почему тут кто попало разгуливает? Что тебе здесь нужно? Неужели? А, конечно. Я тебя по Хелгену помню. Ты из приговоренных, если я правильно помню. Свободны. Ульфрик собирается напасть. Чем могу помочь? Показать, где тюрьма? Хадвар жив? Надеюсь, это правда. Он солдат, что надо. Но он пока не вернулся, так что подтвердить твой рассказ не может. Поговори пока с легатом Рикки. Пожалуй, нам может пригодиться твоя смекалка. Немногие выжили в Хелгене. Кроме того, я уверен, что тебя посадили под замок по ошибке. В таком случае он сумасшедший, у него нет людей. Мои разведчики докладывают другое, генерал. С каждым днем под его знамена встает все больше людей. Поговори с легатом Рикки. Она решит, годишься ли ты в легионеры. Седобороды? Чего от меня хотят эти отшельники? Что? Нечего тут обсуждать, пока этот предатель Ульфрик воюет против своего законного императора. От них много неприятностей. Но меня прислали в Скайрим не для битвы с драконами. Мой долг — подавить это восстание. И я это сделаю. Есть драконы или нет драконов? Позволь мне об этом судить. К тому же, по нашим сведениям, братья Бури страдают от нападений драконов не меньше нас. Разумно. Мы сейчас стесним братьев Бури. Но наши линии изрядно растянуты. Вот что бывает, когда пытаешься выиграть войну всего с несколькими легионами. Если бы только император дал мне подкрепление, которое я запросил. Да, да, хорошо, я приду на этот совет седобородых. Какой бы пустышкой он ни оказался. Какие знамена? У бунтовщиков нет знамен. Называйте, как хотите, генерал, но он... Нравятся луки, а? Я-то предпочитаю меч. Подвести. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Ну что, поехали? Все знают, что мальчишка Аритина проводит какой-то ритуал, чтобы воззвать к темному братству. Кто ему помешает? Я точно не хочу в это лезть. Вы приехали туда, где вас не ждут. Едите нашу еду, отравляете наш город своим присутствием и отказываетесь помогать Ульфрику. Но это не наша война, поэтому
увидишь темных эльфов, будешь насмехаться над нами и гнать прочь. Тогда ты здесь долго не задержишься. Виндхельм – оплот шовинизма и дискриминации. Этот город тебя недостоин. Все как всегда. Многие норды Виндхельма нас не любят, и Рольф в первую очередь. Как напьется, так под утро идет гулять по кварталу серых, выкрикивая оскорбления. Представляешь, какой душка? Некоторые норды придумают какой угодно повод, чтобы смотреть на нас свысока. И не только на темных эльфов. Аргониан они тоже презирают. Да и вообще любят запугивать всех, кто не норд. Доброго пути. Ответа. Он настоящий норд. Он образумится. Я не был бы столь уверен. Мы перехватили. Я тебя помню. По Хелгену. Хочешь воевать? Поговори с Галмаром. Он занимается новичками. Хорошо. И что, по-твоему, я должен делать? Поговори с Галмаром. Он оценит тебя и прикинет, где лучше применить твои таланты. Пора им уже отвести глаза от неба и посмотреть на нашу окровавленную родину. Чего они хотят? Конечно, я глубоко уважаю седобородых. А нападения драконов происходят все чаще. Но политическая ситуация по-прежнему очень деликатная. Не все ярлы готовы выбрать меня верховным королем. Мне нельзя проявлять слабость. Я не могу на это пойти, если туда не придет сам Тулий. Хорошо. Мы все еще держим половину Скайрима, несмотря на все усилия Империи. Не думаю, что имперцам хватит духа продолжать кровопролитие. Да, я дам Тулию последний шанс убраться из Скайрима, поджав хвост. Если он не с нами... Значит, он против нас. Ему об этом известно. Им всем известно. Сколько еще мы будем ждать? Считаешь, я должен отправить Балграфу послание более ясное? Да. Надо воткнуть меч ему меж ребер. Мы опозорим его, захватив.
надолго его хватило. Отлично, слушайте. Как всегда. Я имею полное право здесь присутствовать. Мне нужно убедиться, что принятые вами решения не противоречат конкордату белого золота. Она входит в имперскую делегацию. И не тебе решать, кого я приведу на совет. Пожалуйста, если вы будете спорить об условиях проведения переговоров, то мы ни о чем не договоримся. Я думаю, стоит послушать, что скажет нам Довокин. Борода из мира. Ну и наглые же эти имперцы, а? Подумать только, что я буду сидеть за одним столом с этой талмарской дрянью. Либо она уйдет, либо я. Я рад, что в этом мы согласны. Хорошо, Ульфрик. Наслаждайся своей жалкой победой. Талмарцы будут вести дела с любым правителем Скайрима. Мы не хотим вмешиваться в вашу гражданскую войну. Ха! Скайрим никогда не склонится перед талмарцами. В отличие от твоих имперских дружков. Тебе повезло, что я уважаю совет седобородых, Галмар. Легат, мы представляем здесь императора. Простите, генерал, больше не повторится. Теперь, когда этот вопрос решен, мы можем продолжить. Но сначала мне нужно кое-что сказать. Ну вот, началось. Я согласился принять участие в этом совете, только чтобы избавиться от дракона. Больше нам не о чем говорить, если только империя не готова отказаться от попыток подчинить себе свободный народ Скайрима. Я знала, что он не сможет удержаться. Чтобы обсудить временное перемирие и дать Довокину возможность справиться с драконами, не более того. Я считаю, что сам факт переговоров с Империей — это уже широкий жест. Ты закончил? Ты сюда пришел, чтобы упражняться в риторике? Или перейдем к делу? Да, давайте к делу. Мы готовы продолжать? Ярл Ульфрик, генерал Тулий. Это беспрецедентный совет. Мы собрались здесь по просьбе Довокина. Я прошу вас всех уважать дух высокого Хродгара и сделать все возможное, чтобы достичь прочного мира в Скайриме. Кто хочет открыть переговоры? Да. Делу. Нам нужен Маркарт. Такова наша цена за перемирие. Так вот зачем ты здесь, Ульфрик. Ты смеешь оскорблять седобородых, пытаясь использовать этот совет в своих целях? Ярл Элесия, оставь. Генерал, это возмутительно. Вы не можете принять его требования. Я думала, что мы собрались обсуждать перемирие. Элесия, я сказал, оставьте это мне. Ульфрик. Ты всерьез рассчитываешь, что мы подарим тебе Маркарт за столом переговоров? Надеешься получить в совете то, чего не смог добыть на поле брани, так? Вряд ли ярл Ульфрик ожидал, что получит что-то просто так. Да, это было бы на него совсем не похоже. Получит взамен. Подождите, генерал, вы же не собираетесь просто отдать Маркарт этому предателю? Вот так Империя благодарит нас за верность? Хватит. Хочу прояснить одну вещь. Этот совет созвал не я. Лично я считаю, что это пустая трата времени. Ты предатель, и умрешь как предатель. Но я, по крайней мере, буду вести переговоры честно. Поскольку мы собрались тут по твоей просьбе, я хочу знать, во что ты оцениваешь Марка. Обмен на Маркарт главное месторождение серебра в Скайриме? Это вряд ли. Мне больше нравится Рифтон. Хорошо укреплен, легко снабжается по озеру Хонрик, да и меда там хоть залейся. Этого мало, чтобы компенсировать потерю Маркарта. Пока предел в руках врага, наши позиции в Солитьюде будут под угрозой.
начал задумываться, на чьей ты стороне. Ты слышал, Довокина Тулий? Маркарт будет нашим. А теперь мы посмотрим, какова цена твоим обещаниям. Я разочарован, Довокин. Я принял твое приглашение, положившись на твое доброе имя. Но кажется, ты стоишь за Ульфрика. Теперь я вижу, что это вообще не переговоры. Я знаю тебя, Ульфрик. Если я отдам Маркарт, ты выставишь новые требования. Ты не сможешь одолеть Империю, и сам это знаешь. Но готов положить тысячи жизней, только чтобы потешить свое самолюбие. Скоро ты снова окажешься на плахе, и никакой дракон тогда уже тебя не спасет. Как всегда, красивые слова Империи ничего не стоят. Довольно. Неужели вы настолько слепы, что не видите настоящей опасности? Вы сидите тут и спорите ни о чем, а судьба этой земли висит на волоске. Он с тобой, Дельфина? Если так, советую велеть ему не болтать зря. Он со мной. И я советую вам обоим послушать, что он скажет, прежде чем принимать поспешные решения. Вы не видите опасности? Не понимаете, что означает возвращение драконов? Алдуин вернулся. Пожиратель мира. Уже сейчас он пожирает души ваших павших товарищей. Он становится сильнее с каждым солдатом, погибшим в вашей бессмысленной войне. Неужели вы не можете забыть о ненависти даже перед лицом смертельной угрозы? Не знаю, что там с концом света, но ситуация с драконами вышла из-под контроля. Если это перемирие поможет Довокину справиться с угрозой, мы оба выиграем. Не забывай об этом, Ульфрик. Вернемся к насущным делам. Ты знаешь не хуже меня, что мы не можем отдать Маркарт на этих условиях. Шаровы кости! Да когда же закончится это вымогательство? Я слушаю. Мы хотим получить возмещение за резню у Картвастена. Вы перебили людей, за которых якобы сражаетесь. Истинные сыны Скайрима никогда бы такого не сделали! Проклятая имперская ложь! Мои люди никогда не пошли бы на такое, даже в ответ на ваши преступления у... Вся кровь, пролитая в этой войне, на твоей совести. Ну, Довокин, что скажешь? Хорошо сказано. Но хоть раз вы за свои преступления поплатитесь. Думаю, это самый честный договор, который мы можем заключить. Думаю, мы договоримся. Ярл Ульфрик, генерал Тулий, сейчас мы достигли следующего соглашения. Маркарт будет передан силам Ульфрика. Ярл Игмунд уйдет, а Донгвар, Серебряная Кровь, станет новым ярлом Маркарта. Братья Бури отступят из Рифтена и откроют дорогу войскам Империи. Ярл Лайла, Рука Закона, уйдет, и новым ярлом Рифтена станет Мавен Черный Вереск. Братья Бури выплатят возмещение за резню у Картвастена. Вы оба согласны на эти условия? Сыны Скайрима держат свое слово, пока имперцы держат свое. Что скажешь, Элиси? Нравятся тебе эти условия? Говори. Наверняка генерал Тулий ждет твоего приказа. Мне нечего сказать этому убийце. Генерал, вы показали себя добрым другом Скайрима. Я уверена, вы сделаете все возможное. Спасибо, ярл Элисив. Благодарю за верность. Империя может принять эти условия на срок временного перемирия, пока драконы не перестанут угрожать нам. Потом, Ульфрик, придет час расплаты. Жди его. Пойдем, Галла. У нас много забот. Потеря Маркарта — высокая цена за перемирие, Довокин.
дело того стоит. Яр Балгров, я полагаю, ты знаком. Боюсь, с есть еще одна проблема. И очень серьезная. Я выяснил, кто на самом деле вождь Седобородых. Все замечательно. Но знаешь ли ты, что он был командиром сил Алдуина в древние времена? Что он в ответе за ужасные злодеяния? Верно. Дела те в далеком прошлом. Но справедливость не считает прошедших лет. Клинки много столетий охотились на него, но его защищали седобороды, а потом императоры. Справедливость требует, чтобы он умер за свои преступления. Пока он жив, моя клятва клинка не позволит мне помогать тебе. Я предвидел эту проблему. Пока готовилась эта встреча, я работал в библиотеке храма Небесной Гавани. Негаданный запас утраченных знаний. Но важнее всего, что клинки записали имена многих убитых ими драконов. Использовав карту драконьих захоронений дельфины, похоже, я смог определить одного из драконов, которого поднял Алдуин. Ты не понимаешь, имена драконов — это всегда три слова силы — крики. Позови дракона голосом, и он услышит, где бы он ни был. Он не обязан прилетать, но драконы от природы горды и не отвергают вызова. Услышав твой голос, голос победителя Алдуина, дракон будет заинтригован. Я думаю, он не сможет удержаться от того, чтобы ответить на твой зов. Да, конечно. Я не мастер голоса, как эти достойные господа, но это написано в этом свитке. Ода Винг, крылатый снежный охотник, если я правильно понимаю. Да, я готов сыграть свою роль. Скажи слово, и мои люди помогут тебе захлопнуть ловушку. Но есть одна трудность. Как заманить дракона в драконий предел? Дремьолог, приветствую. Клинки мудры, раз не доверяют мне. Оникан Нио, я бы не доверял другому Дова. Дов Уалан Форел, мы были созданы, чтобы править. Желание властвовать в нашей крови. Ты это тоже чувствуешь? Верно? Мне можно доверять. Я знаю это. Но они не знают. Оникан Нио вдова. Мудрый никогда не должен доверять Дова. Я преодолел свои природные стремления лишь благодаря медитации и долгому изучению пути голоса. Ни дня не проходит, чтобы я не испытывал тяги вернуться к естественным для меня помыслам. Зинкриф Хорвуце Сулейк. Что лучше, родиться добрым или преодолеть природную злобу великим усилием? Сум.
готовы, Довокин. Дай только знак. Как я и обещал, мои люди готовы. Большие цепи смазаны. Мы ждем твоего сигнала. Мои люди знают, что делать. Сделай только свое дело. Я доверяю тебе судьбу своего города. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Мы готовы. Начинай. Тебе пришлось постараться, чтобы поставить меня в это унизительное положение. Инсиф Алдуин? Нет сомнений, ты хочешь знать, где найти Алдуина? Риник Ваза. Верные слова. Алдуин Бувуль. Я прилетел на твой зов еще и потому, что хотел испытать твой тум. Многие из нас начали сомневаться в праве Алдуина на власть, в том, что его тум сильнейший. Среди нас, конечно, Мунимее, никто пока не осмелился открыто противостоять ему. Унслад Кросис, тысячи извинений, я отвлекся. Он отправился в Савангард, чтобы восстановить силу, пожирая Селесиор, души мертвых смертных. Эту привилегию он ревностно бережет. Его врата в Савангард находятся в Скулдафне, его древнем храме в восточных горах. Миндаран Паок Мидавахи Лаврантил, мне не нужно предупреждать тебя, что все его силы сосредоточены там. Зуулост Офанхинлан, теперь
меня на волю. Там? Служить тебе? Нет. Нитид, когда и если ты одолеешь Алдуина, я подумаю. Кросис, есть одна деталь, связанная со Скулдафном, о которой я не упомянул. Только это. У тебя тум, как у Дова, но без крыльев ты никогда не попадешь в Скулдафн. Конечно, я могу отнести тебя туда, но меня придется отсюда выпустить. Будет о чем рассказать внукам, да? Точно? Ты хочешь выпустить этого дракона, но мы же так старались его изловить. Представляете, как долго я ждал такой возможности. Это будут твои похороны. В следующий раз пусть кто-нибудь другой тебе помогает. Готовьтесь открыть западню.